Пятикнижие Моисеева. Вот если Библию открыть, а Библия состоит у нас из двух частей. Первая – это Ветхий Завет, святые еврейские писания. Вторая часть – христианские святые писания, четыре Евангелия канонических. И вот Ветхий Завет начинается с пяти книг. Бытие, Исход, Числа, Второзаконие и Левиты. Это вот как раз и есть Тора на иврите. Но самое интересное, я уже начинаю немножечко к цифрату готовить. Но самое интересное, что Тора была дана Моисеем устно и письменно. Что значит устная и письменная Тора? Ну, я всегда люблю такой вот пример приводить. Все мы с вами когда-то учились где-то в колледже, в техникуме, в университете, в институте и писали мы с вами лекции.